Всем огромный привет! Я сейчас на даче. У нас вот так вот красиво распустились тюльпаны. На крыжовнике уже появляются маленькие ягодки. Прилетела вот такая птичка. Сидит у нас на яблоне и поет. Вот эта птичка сидит уже, наверное, с полчаса на яблоне и поет. Периодически тут прилетают другие птицы, они переговариваются между собой, но птичка с яблони не улетает. Ой, так красиво она поет. Вы знаете, специально для отпугивания птиц и кротов повесили на такие железные палочки металлические банки. Но, видите, птички все равно прилетают. По-моему, им все равно на этот звук, когда вот ветер, банки, они стучат по этой металлической палочке. И птицам, видимо, вообще все равно. А вот здесь в траве у нас растут вот такие вот цветочки.